Ну опять я проиграл. Давай. Я не буду ни на какие цели играть, я буду просто его убивать. Ставь свои цели. Хочешь, играй, хочешь, не играй. Так, что у нас здесь? Я просто сейчас возьму своих штормкастеров и посмотрим, что он будет делать. Да я рад, рад, рад. Но есть как хочешь. Давай, начинай. Окей. Два и четыре? В смысле 2,4? Ясно. Выстрел в упор, да? То, что нам нужно, это попасть.
Да капец, ну как так? Ну все, Зет, ты нарвался. Я беру штормкастеров. И провернуть нож еще. Ну, ты красавчик. Ну, ладно, у него больше ничего не осталось. Да, у нас есть имбовая карточка. Так, это мы все сбрасываем. Оставляем только эту. Дальность раз, два, три. Нет. Окей. Ну что, он опять попадет, да? Но он еще первый ходит, и сейчас еще и попадет. Окей. Только рад. Ладно. Ну, хоть здесь повезло. Тоже есть шанс, это маленький, да, нереально. Так, вот этот сбросим. Сбросим, сбросим. Прицелено. Ну почти, почти. Так, три цели, выстрел в упор. Он две цели, это уже можно, можно.
Да, тут убийца с одной руки. Ну, ничего страшного. Да. Тыкал не туда. А, это игра. Ну ладно. Нет, Зет, мы с тобой будем сейчас играть по-простому. Я беру штормкастеров. И ты не знаю, что делаешь. Училка только пришла. Да, да хоть, ну это прям вот про нас. Ну, все удары попадают, но так, так не может быть. Может, ты промахнешься что-нибудь. Еще и грабеж. А! Ясно? Ясно. Да-да. Ладно, есть шанс, еще есть шансы. Не понял. Нет, нету шансов. Что у меня за апгрейд? Прикрытие, ясно. Ясно, ясно.
когда он не промахивается, это без шансов. Так, сколько у нас ходов? Ходов еще много. Да, мы не будем спешить. Так, что мы тогда сыграем? Угу. Активация. Так что там эскалация пришла, да? Да. Так, у нас шанс только один. Я его убиваю. Две цели. Но если он сюда не станет, а он не становится, он что-то другое играет. Окей, у нас тоже эскалация есть. А, готов к действию. Да. Ну, парень. Ну, это ты все попадаешь. Нам нужно убивать. Что-то. Так, у нас все воодушевились. Так, и нам нужно на его половину перейти. Но у него все равно больше точек. Ладно. Ничего не сделаешь. Ну да, да, да. Маловероятно. А, у него ничего не было. Забавно. У него сложные цели. Он набрал мою очередь. Готовься к действию.